Турция готова ко всем видам сотрудничества с пришедшим к власти в Афганистане движением «Талибан», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает газета «Хюрриет». «Мы готовы ко всем видам сотрудничества во имя мира во всем мире», заявил турецкий лидер, комментируя умеренные заявления талибов. Он также отметил, что Турция некоторое время уже поддерживала контакты с «Талибаном».